Добро пожаловать, друзья! Это у нас Ходячие Мертвецы, Новый Рубеж. Мы продолжаем играть. Всем приятного просмотра! Great. Класс, что теперь? У меня плохие новости. Так, в чем дело? Несколько машин перегородили туннель, их слишком много, протаранить не выйдет. Придется убрать их с пути. Эй, я с вами. А я останусь с Кейт и буду поглядывать по сторонам. Если что, зови. Да ужас, удобное заграждение. Как по мне, так совсем неудобное. Вот черт! Так, ходячий, боже мой. Давай, Клэм, вали их. Хова. Так, если сдвинем ту машину, то сможем проехать. Заработано, нам нужно расчистить путь. Так, ну что ж, погнали осматривать. Так, можем поболтать. Так, здесь, конечно, все очень странно. Так, давай поболтаем. Так, ну что у нас? Конрад выглядит неважно. И не говори. Он хороший человек, Хави. Я давно его знаю. Просто сегодняшний день для него очень трагичен. Понимаю. Присматривай за ним, ладно? Да, за всеми нам надо присматривать. Так, что у нас здесь? Что за машина-то такая? Блин. Господи, как же нам убрать ее с пути? Я не знаю, Хави. Так, тягачей я здесь не вижу. Так. Ну-кась. Давай попробуем. Без толку. Ну да. Нет колес, все лежит, просто кошмар. Так, хорошо, подожди-ка, у меня такое ощущение, что мы можем сюда прогуляться. Мне кажется, мы здесь сейчас что-нибудь точно найдем и... Так, как ты думаешь, стоит проверить? Ну да, только неизвестно, там могут быть ходячие. Хотя, смотри, нам... О, черт! Боже, ух, напугали. Так, хоба, давай, бум, все. Фу, эти ходячие настолько жидкие и вообще сгнившие, что их просто вот мы одним ударом ноги черепушку разламываем, хух. Так, гаечный ключ. Так, вот это уже что-то. Так, нужно запитать ее. Так, должен же быть способ запитать эту штуковину. Нужно осмотреться. Так, хорошо. А это что? Так, использовать гаечный ключ, давай. Так, теперь я смогу вытянуть кабель. Окей. Так, давай-ка пока подключим. Так, надеюсь, будет держаться. Осталось только найти источник питания. Погнали. Так, источник питания где-то должен быть поблизости. Ну, возможно, а возможно и нет. Так, источник питания. Так. Давай-ка переговорим с Конрадом. Все-таки нам нужно его поддержать в трудную минуту. You good? Ты в норме? Нет, мужик. Норма здесь даже и не пахнет. Знаю. Давай уж поскорее разберемся с этой херней и доберемся до Ричмонда. Так, погнали. Так, давай-ка здесь обыщем. Так. Может пригодится. Слушай, это будет классная идея. Так. Гейб. Так, я видел, как вы с Клементиной разговаривали. И что? Мы просто разговаривали, мне кажется, она классная. Вот как? Конечно. Так, Клэм. Так, ну-ка, давай с ней побазарим. Что у тебя на уме? Ну, еще он спросил, как дела. Так, все сложно. У меня был друг. У него была жена и сын, он был очень заботливым. Хорошо, когда рядом есть люди, но отношения с ними всегда заканчиваются болью.
И не позволяй себе думать иначе. Ох, да. Так, давай-ка здесь прогуляемся, может, что найдем. Так, лестница, ну, по идее. Ладно, короче, погнали уже запитывать эту тачу. Так, можно поболтать, так, заглянуть. Чё, как там Кейт? Не стоит ее тревожить, она отдыхает. Блин, да ей хреново вообще. Так, как там Кейт? Держится. Мы почти у цели. Если станет хуже, сообщи, конечно. Так, погнали. Тун-дурун-турун. Так. Поднимай капот. Будь осторожен с моей крошкой. Так. Я, который думал, что эта машина заброшена. Так. То, что надо. Все будет ок. Фух. Ну что, понеслась. Давай. Вот это я понимаю. О, да. Думаю, все в ажуре. Да, удачи на нашей стороне. Все нормально? Так, езжай вперед, как только дорога освободится, и мы тебя догоним. Поняла. О, Кейт уже там встала. Ой, ходячий проснулась, куча. Валите ходячих. Вот черт. Вы издеваетесь? Хави. Давай, быстро. Давай. Да ё-моё, в смысле? Да черт, чё мы так попадаем все время в такие жопные ситуации? Ладно, ничего страшного, сейчас, дорогие друзья, разминочка, так. Давай, хоба, все, дерзай, дорогой. Давай, стреляй, хоба, готов. Так, вот этого, херок, все, хорош. Нифига. Так, вот это комбо. Бум-бум-бум, давай. Блин, патроны, конечно, нам надо экономить жестко. Элеонора, гони, живей! Езжай, доставь ее в Ричмонд! Мы поедем следом. Давай, они уехали, уходим! Ау! Черт! Я так и знал, что патроны кончатся, блин! Фух. Спасибо. Бля, фургон! Черт! Вы гоните! У нас есть проблемы посерьезнее. В смысле, какие? Давай. На крышу, скорей! Вы издеваетесь, откуда вообще такая толпа ходячих-то выползла? Так, ну я понимаю, что, наверное, зомбаки некоторые спят днем. Наверх, Гейб, ну же. Так вот, они просыпаются только во время ночи, дорогие друзья. Да, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Твою налево, нет! Давай! А-а-а! Черт! А-а-а, жестко! Гейб! Ой, Хави! То есть, все там, Гейб залез вроде. Так, Хави, давай. Ты ж мужик, ты жесткий. Ну, почти. Вот черт! Хватайся! Хватаюсь! Давай! У нас сил куча! Давай. Ух, мы должны жить. Мы должны выжить любой ценой. Так. Нифига толпа. Это просто на один зов грузовика прикол пришло. Черт возьми, так и знал, что с этим местом что-то не так. И что нам теперь делать? Нужно придумать план. Придумать план, замечательная идея. Так. Так, у нас нет выбора, придется пробиваться с боем. Это наши шансы на выживание будут чудовищными. Класс, охуительно просто. И что нам, черт возьми, делать? Успокойся. Успокоиться? Как мне, блядь, успокоиться прямо сейчас? Или Нора совсем одна? Если бы не ты, мы бы эту заварушку... Чего? Конрад. Так, тихо. Там кто-то есть. Что, где? Черт, я увидел. Народ, на крышу. Тихо. Минуточку, неужели это западня? Like
Покажись! Кто это? Какого хрена? Он исчез. Оставайтесь на месте и не высовывайтесь. Я пойду на разведку. Береги себя. Черт, может это какой-то сталкер, дорогие друзья. Может он один выживает. Мы не знаем, кто это. Может это она или он. Короче, неважно. Давай двигаться тихо. И аккуратно. Этот сталкер еще точно на крыше. Тихо. Он там. Блин, как будто эта западня специально была создана. Хотя, черт знает, но за нами следили. Тихо. 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 Кто это? Мне нужно, чтобы ты медленно повернулся. Черт! Ты меня слышал? Стоп, это что? Это что такое еще? Это кукла? Какого хера? Ни хрена. Пистолет не игрушка. Бросай ствол, а то поранишься ненароком. Что ж, стрелять не буду, если ты не дашь мне повода. Я просто хочу поговорить. Слушай, мне не нужны неприятности, понятно? Просто отвечай на мои вопросы и даю слово, с тобой все будет хорошо. Ты, два мужика, дети, женщины в машине, я видел, как вы разделились. Вашу небольшую перепалку я тоже слышал. Твои друзья ведь не станут в меня стрелять. Они хорошие люди. Они многое потеряли. Ясное дело, как и все мы. Это произошло недавно. А, свежие раны. Теперь все стало на свои места. Вы едете в Ричмонд, значит вы в курсе, что там происходит. Вопрос в том, на чьей вы стороне. Послушай, мужик, я не знаю, о чем ты. Тихо, боже! Тихо. Замри. Так, у него никаких меток на шее нет, значит, он точно не из этой банды. Новый рубеж. Поэтому... На вид он... Ну что? Он один из них? Эй, мужик, что ты имеешь в виду? Какие такие они? Ты понял, о чем я? Новый рубеж. Что? Нет, я не с ними. Вы все неправильно поняли. Так, давай искать метку, надо посмотреть. Не думаю, что он с ними. Говорю вам, я направляюсь в Ричмонд прямо как вы. Я потерял связь с друзьями, когда новый рубеж захватил город. Что ты сказал? Новый рубеж. Они захватили Ричмонд. Только не говорите, что вы этого не знали. Какого хрена? Бля. Господи, Элеонора и Кейт, они едут прямиком в их логово. Так, народ, успокойтесь. Успокоиться? Как нам, черт возьми, успокоиться? Они убьют нас нахуй. Нет, если мы доберемся до них первыми. Под рекой Джеймс проходит старый железнодорожный туннель. Нет, насколько я знаю, он ведет прямиком в Ричмонд. Железнодорожный туннель? Я могу провести вас. Но поскольку Хави сказал, что вы хорошие люди, не могли бы вы опустить оружие? Хер там плавал! Мы свяжем тебя и проверим, говоришь ли ты правду. Я не знаю.
We all just met. Ну, короче, пусть они сами принимают решение. Прости, парень, сегодня мы рисковать не станем. Fair enough. Разумно. Ready? Готовы за мной. Hey. Эй, а как тебя зовут? Sorry, прошу прощения, я совсем забыл представиться. It's Paul, меня зовут Пол. Но друзья зовут меня Иисус. Слушай, ты правда похож на Иисуса. Ё-моё, дорогие друзья. Ну слушай, мне кажется, ему можем доверять. Я не знаю почему. Так, окей, воспоминания Клементины. Так, прорыв. Да, прорыв у нас жесткий, конечно. Нам главное догнать Элеонору и Кейт, дорогие друзья, потому что это просто жесть. Так. Соответственно. Так. Клементина и Эй-Джей. Спрячемся там. Черт. Не переживай, все будет хорошо. Давай. Давай, Клем. Давай. Прорвемся. Так, хорошо. Ну же. Давай. Мы все сможем. Мы все вытерпим здесь. Ай, только деревья, черт. Тише, Эй-Джей, все хорошо. Нет, 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 не смей. Знаю, ты хочешь кушать. Давай, это поможет. Клем, это должно помочь. Мы подождем, пока они уйдут, а потом найдем тебя покушать. Надеюсь, еды хватит и мне. Тихо, что... Твою мать! Что, черт? Эй, я вас слышала! Пожалуйста, впустите меня! Давай впустим! Давай впустим, черт! Черт! Тихо! Кто это? Вот черт! Привет! Привет! Так, тихо. Ты ранена? Есть укусы? Нет, я не укушена. Черт! Черт, черт, черт! Блин, Клем, надо ей помочь. Ну тихо, Эй-Джей-ка. Так, блин, давай. Все, хорош, давайте. Фух, твою мать. Как по мне, команда из нас получилась хорошая. Так. Ну, теперь у нас есть союзник, дорогие друзья. Так. Да нет, из нас трех. Да уж, похоже на то. Похоже на то, да? А малыш, у тебя... Только вы здесь живете? На вид слишком ты юна. Так, я знала его родителей, но теперь они мертвы. Нас, и у него осталось только я. Значит, так. Тут приглядывает теперь эта редкость. Черт, да. Мы вышли на разведку, все было как обычно, а затем... Начался хаос. Эти ублюдки медленные, но когда их много... Я отстал от остальных. Господи, надеюсь, они целы. Да, по идее, смотри, ну вот сейчас идет знакомство с какой-то, ну вот... С какой-то новой подружкой. И получается... смотри. Клементина... Ну, она же сейчас без Эй-Джея в реальном, настоящем времени. Вот там, где Хави и другие наши разбойники. Вот. А сейчас мы вспоминаем прошлое Клементины. И получается, где-то Эй-Джей находится. Так, давай-ка... Так. Я думал, что ко всему так. А что вы искали? Бензин, воду, да все что угодно. Оно того явно не стоило. Наверняка мои люди сейчас на месте встречи. И хотя бы их часть. Кстати, меня зовут Ава. А моя группа? Мы зовем себя Новым Рубежом. What the fuck?
What the fuck? Он голоден. Эй, а может ты пойдешь со мной, познакомишься с моими людьми? Короче, дорогие друзья, в начале второго эпизода мы выяснили, что Клементина была знакома с новым рубежом, и она была там какое-то время, вот, а потом оттуда сбежала. Короче, погнали выяснять, что дальше. Так, у нас есть еда, одеяло, вода. Пойдем, с меня ужин. За мной должок. Звучит неплохо. Если честно, то звучит здорово. Когда стадо уйдет, мои люди найдут нас. Тут, в принципе, дорогие друзья, выбор не влияет на сегодняшний день игры. Как бы это сейчас чисто прошлое вспоминаем, поэтому неважно, какой ты выбор выберешь, такой либо сякой, он не отразится на игре. Вот. Такие делишки. Так. Хорошо. Я надеюсь, мы сегодня пройдем весь второй эпизод. Соответственно. Так. Эти туннели заброшены уже несколько десятилетий. Но я слышал, что через них можно идти до города, а будем на это надеяться. Хави, нам нужно поговорить. О чем? Слушай, я благодарна, что ты промолчал про меня и новый рубеж. Но я рассказал тебе не всю правду. Окей. Я не была их пленницей. Я была одной из них. Как? Что? Охренеть. Твою мать. Господи. Ты позволила им заклеймить себя? Просто выслушай меня. Я не прошу у тебя прощения. Но ты должен понять, у меня никого не было. И, короче, она, я так понимаю, Клементина не сбежала, Эй-Джей у них. И она до сих пор в их банде. Просто она вот попала в Прескотт и вот так как-то... Все получилось понятненько. У них была еда, припасы. Я была совсем одна, Хави. Ты не знаешь, каково это. Одна и с ребенком, понятное дело. Так. Пожалуйста, скажи, что я могу... Пожалуйста, скажи мне, что ты больше не с ними, поверь мне. Мне нужно было все прояснить, ведь если они контролируют Ричмонд, мне нельзя попадаться им на глаза. А, ты не с ними, окей, просто нельзя. Поэтому, когда мы выйдем из этого туннеля, я уйду. Вы про нас не забыли? Вот черт. Ой, Клем, только не показывай эту метку. Вы это слышали? Звук доносится оттуда. Ты что-нибудь видишь? О, черт! Блин! Они повсюду! Блин, и правда! Будьте бдительны! Тихо! Осторожно! Воу! Тихо! Охренеть! Чё такой живучий? Так. Хави, на помощь! Быстрей! Черт! Да пошел ты нахрен! Боже мой! Черт, Гейб! Гейб! Хорош ты паркурист, ядрёна мать! Вау! Вау! Гаси его! Короче, молодцы, что мы не связали его, дорогие друзья. Спасибо, я... Чё такое? Ёмки повсюду, господи, Конрад! Теперь все ходящие в этой блядской круге сойдутся на выстрелы! Живо за мной! А! Стреляем, все хорош. Тихо. Давай, хоба! Прыжок веры. Так, что за херня? Перекрыши путь поезд. Нужно скорее найти вход, иначе мы станем их кормом. Открывается дверь. Давай. Открываем. Все откроем. Все откроем. Готово. Сюда. Так. Вижу лучи солнца. Слава, блядь, богу, бежим. Нельзя позволить этим ходящим последовать за нами. Мы с Хави забаррикадируем дверь, а вы, ребята, идите вперед. Только не мешкайте. Мы будем вас ждать. Черт, это подозревает Конрад. Так.
Держите, я найду, чем можно... Давай, давай, давай. Черт. Давай, отламывай. Они почти вошли. Давай, Хави, блин. Давай, хорош. Не могу держать их слишком... Давай. Сейчас, 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 сейчас. Давай, хобана. Так, просовывай живо, давай, просовываю, все. Все, уходим. Эй! На твоем месте я бы не брался за ствол. Ты тоже, что ты говоришь? Я слышал вас разговор, неужели... Закончи свой рассказ, сейчас же. Тихо, опусти пистолет, Конрад. Сначала она должна закатать рукава. Эй! Что, зачем? Так, блять, и знал. Ты одна из них? Именно так! Черт. Она имеет полное право хранить от нас секреты. Суть не в секретах, ты опускаешь самое главное, сынок. Разве ты не понимаешь, если мы проведем ее в Ричмонд, нам дадут все, что мы только за медицинскую помощь для Кейла, на наш туз в рукаве. С вами они договариваться не станут, но пытаться все же стоит. Так, тихо, Конрад. Такой ответ принимается. Кстати, к черту, Конрад, я не согласна. Хочешь убить меня? Стреляй. А если я застрелю твоего парня? Да позволь... О, черт! Объясни, Клем, это самый лучший вариант. Все мы останемся довольны. Так, тихо. Я просто уйду. Ни шагу больше. Хави, пожалуйста. Тихо! Пошел к черту! Твою мать. Господи. Вам следует уходить. А ты? Я не пропаду. Понимаешь, Клементине нельзя возвращаться туда. Понимаешь, вот в чем прикол. Этот Конрад обезумел. Ну, блин, простите, блин, пришлось, дорогие друзья, другого выбора не было. Либо он гей был бы, стрельнул бы в бошку, поэтому... Он мертв. Пофиг, бежим. Боже. Это произошло так быстро. У меня не было выбора. Знаю. Просто ощущение странное. Пойдем. Чувак, мы тебя спасли, потому что было бы жопа. Так, окей, жестокая справедливость. Ну-ну! Ну, неважно, дорогие друзья. Ой, конечно, жестко. Так, теперь надо что-то придумать. А где Конрад? Его больше нет. Ему не удалось выбраться. Не жаль. И все? Он просто? Черт. Конрад. Черт, блядь, сука. Постарайся не шуметь. Господи. Боже. Конрад, черт тебя побери. А девочка, куда она делась? Она убежала. Я перестал понимать, что за... понимать, что за чертовщина здесь, что за пиздец. Никто из нас этого не хотел. Но сейчас нам нужно сосредоточиться на поисках. Фух, я не знаю, дорогие друзья, было ли правильным решением отпускать Клементину? Я, короче, я не знаю, понимаешь? Не знаю. Просто не знаю. Понимаешь, жалко и Конрада. И что-то... Ну, блин, у нас не было выбора, как бы. Понимаешь, он же мог выстрелить Гейбу в голову и все. Это, ну... Такие вещи.
Ты прав, просто я жалею, что... Так. Короче, дорогие друзья, не переживайте, все ок. Блин, Клементина, конечно. Ворота в той стороне, если ваши люди здесь, искать их стоит именно там. Почему здесь так тихо? Я думал, что на улицах будет полно людей из нового рубежа. Которые превратились в ходячие. Так. Здесь правда очень тихо, это странно. Возможно, нам просто повезло. Понимаешь, мне не хотелось подставить Клементину после вот ее истории. Типа, мы бы согласились бы с Конрадом, и мы бы подставили бы Клементину тем, то, чтобы ее бы привели бы в это место, в этот новый рубеж. И получается, они бы могли ее убить. И ну что-то бы точно бы ужасное бы произошло. Так, мы дали шанс сбежать Клементине, как она и хотела, изначально с первого эпизода. И мы отправляемся дальше в путь. Ну да, Конрад... Он уже не первый раз нам угрожал, конечно, поэтому, да, пришлось принять такое тяжкое решение, но я думаю, он бы мог бы застрелить Гейба, короче. Ну, либо вот что-то бы точно бы плохое произошло. Так, тихо. Чёрт! Бля, они нас заметили? Сомневаюсь. Ты что-нибудь видишь, Хави? Чем они занимаются? Так, это их... Что это, машина? Эй, не шуми! Тихо. Кейт, ты меня слышишь? Кейт, говори со мной, скажи хоть что-нибудь. Хави? Да? Почему на этой машине была метка, дорогие друзья? Почему там была метка этого нового рубежа? Вот сейчас я бы от травки не отказалась. Господи, ты меня до чертиков напугала. Кейт! Как ты? Иди сюда. А где Элеонора? Она пошла просить помощи, так и не вернулась. Черт! Черт, наверняка они ее схватили. Господи, где расположены их укрытия? Недалеко, в парке кварталов. В паре кварталов отсюда. Гейб, помоги мне ее поднять. Окей. Я думаю, Кейт недолго осталось. Поэтому пришло время пойти к ним и поздороваться. Ладно. Была не была, дорогие друзья. Поэтому поехали. Вот мы и пришли, новый Ричмонд. Мы пришли, Кейт. Я позабочусь о том, чтобы тебе помогли. Хави, если они спасут меня, может, мы с тобой наконец отправимся в Норвегию? Кто же знает. Северное сияние, помнишь? Зеленые и фиолетовые огоньки. Окей. Если мы проведем пару дней в горах, я согласен. Иисус, вполне возможно, что все пойдет наперекосяк. Если ты решишь уйти, я не стану тебя винить. Эй, я ведь с самого начала держал курс в этот город. Никого. Эй! Ну почему они? Скажите мне, какого хрена они? Скажи мне, почему? Почему других, что ли, нету? Снова вы? Вам что, жить надоело? Ей нужна медицинская помощь. А еще ее схватили... И к чему вы клоните? Я
Так, знаю, между нами есть разногласия, но давай отложим их на потом. Ей нужно в больницу, иначе она умрет. Видимо, ей придется умереть. Ты идиот, Бун. Ваши люди подстрелили ее вашими же патронами. Вы должны нам помочь. Ни хера вы вам не должны. Так. Если она умрет, это будет на твоей совести. Твои слова не делают это правдой. Прошу, Кейт умирает, ей нужна помощь. Я не бессердечный, понимаете? Но ведь это вы заварили эту блядскую кашу. Не будем забывать, что вы сделали с Прескотом и с нашим домом. Прескотт, точно. Ситуация была просто дикая. Так. Моя племянница мертва. Ты и сам знаешь, что должен нам помочь. Давай, давим, 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 дорогие. Итак, вы все спустите оружие. Мне кажется, что им стоит подыграть, по крайней мере сейчас. Если опустишь оружие, я приму этот знак доброй воли. Ну, короче, да. Народ, опустите оружие. Нас мало, дорогие друзья. Они нас перестреляют, и нам каюк, поэтому нужно сейчас подыграть все-таки. Да, ладно. Руки за голову, все вы. Сделаем это, и нам крышка. Нет. Значит, мы будем по-плохому. В смысле по-плохому? Я что, должен был... Кейт оставить где-то там на полу, что ли? Что за чертовщина здесь творится? Они сказали, что не представляют угрозы, поэтому я пытался... Чего? Господи! Черт! Охренеть! Дорогие друзья! Представляю вашему вниманию... брата Дэвида. А то есть... родной брат нашего главного героя Хави. Прикол. Дэд? Отец? Охренеть, встреча! Эпизод 2, неразрывные узы, часть 2, все пройдено, я так понимаю. Охренеть! Охренеть! Я вот, знаешь, я догадывался, я думал, а куда же пропал Дэйв? Типа, Дэвид, куда же он пропал? Что же с ним произошло? А вот оно что, вот оно как. И значит, мои все-таки подтверждения подтвердились. Типа мои мысли и вообще все происходящее здесь. Как бы я думал, ну точно, ну Дэвид же должен быть где-то, мы когда-нибудь же его встретим в будущем. И вот мы его встретили. Он в новом рубеже, и черт знает кто он, может он главный этого нового рубежа. Хрен знает, но короче, мы нашли, дорогие друзья, нашего родного брата. И это круто. Хотя я не знаю, хорошо ли это, плохо. Но не важно. Короче. В принципе, вот. Такие делишки. Продолжим мы в следующей серии. Сегодня было очень круто. Было очень куча разных крутых моментов, и в конце нас ждал вот такой сюрприз неожиданный, да. Так что продолжим в следующей серии проходить дальше, третий эпизод. Вот такие дела. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, делиться этим роликом. Ставить большой палец вверх. Всем удачи, всем бай-бай.